Привет, мои художники! Давно мы с вами не рисовали акрилом что-нибудь такое абстрактное, да, наляпистое, мастихинчиком не работали. Вот, давайте и поработаем. Нам потребуется холстик или плотная бумага, картон, ну, вы уже все знаете, я думаю. Мастихин, кисточки синтетические, побольше, поменьше, какими вы работаете. Акрил, гуашь, масло, что угодно, такое пастозненькое, приятное вам. Черный цвет, красный, белый и желтый. Все, больше нам цветов никаких не нужно, мы справимся. Представляете, какая простая картина. Картина не простая, но простыми цветами нарисуем. Всего 4 цвета. Водичка, чтобы мыть кисти от акрила, и салфеточки, как всегда. Итак, приступаем. Берем самую тонкую кисточку. Вы можете взять карандашик, если сомневаетесь, хотите что-то подтирать, но лучше учитесь доверять своей руке и делать наброски уже сразу так. И ищем, где у нас будет наша главная фигура, так, чтобы она верхом не попала в наш край листа, а низ может даже на вылет, можем себе позволить иногда. Итак, нам нужна голова. Рисуем голову. Рисуем такой изгиб под головой, вот такой прогиб спины и потом в другую сторону, то есть как такой смайлик на боку, видите? Ну, вот сюда он пойдет у нас, этот прогиб, будет такая фигура с выгибом спины. От головы отступаем примерно пол головы, это будут плечи. Может, даже ниже голова будет находиться, плечи ниже немножко. Здесь будет шляпа. Так, посреди головы рисуем вот чуть наклоненную влево. Видите, левый край ниже, правый край выше, такую шляпу. Пык-пык. Плечи точно так же наклонены, видите, влево ниже, вправо выше. И отсюда пойдет рука. Рука должна у нас закончиться на середине тела, потому что ноги у нас пошли на вылет. Обычно рука не доходит до середины тела, но так как у нас тело заканчивается где-то здесь, то рука как раз будет смотреться естественно. Рисуем в другую сторону совершенно выгиб. Если этот выгиб у нас был влево, то тут вправо локтик у него пойдет. И раз, вот сюда, в другую сторону рука. Может быть короче, мы посмотрим. Может быть она вот здесь у нас закончится. Теперь, конечно же, грудь нарисуем вот такую вот. Проще рисовать вот такими вот треугольниками. Талия обязательно такая с прогибом. Бедра, да, вот тут. И потом ноги у нас пошли вот таким красивым изгибом. Ну, тут мы уже посмотрим, тут мы вольны как хотим работать. Давайте начнем цветом. Здесь не так важен рисунок, не так важна анатомия, как цвета. Вот цветом мы начнем работать уже. Берем среднюю кисточку, берем красный цвет и вот основные цветовые моменты заполним красным цветом, как у нас фигура будет идти. Картина все-таки это цветовые пятна, это не чертеж. Есть картины фотографичные, где мы вплоть до ресничек все делаем, прорисовываем, там важна правдоподобность. Но сейчас мы будем классическую живопись такую делать, а здесь важнее пятна, чтобы пятна были достоверными. Так, зарисовываем подол платья. Тут, может быть, даже не будет прогибаться, если она выгнулась в спине, значит, здесь у нее талия не может уже так явно просматриваться. Сверху шляпа, шляпа, вот так просто берем, мазок делаем, это у нас будет шляпа. У шляпы, конечно, вот здесь верхушка должна быть. Есть. Все вот так. Как нам сделать телесный цвет? Нам нужно красный смешать с желтым и белым. Главное, чтобы красного не было так много, как у меня. Чуть поменьше. Вот у вас уже телесный цвет. Рисуем ей руку. Видите, слишком розовый, как я говорила, слишком много красного у меня на кисточке. Желтый, красный и белый дает нам телесный цвет. Вот так мы поведем руку. Сразу лицо немножко. Вот, плечи. Видите, вот это называется живопись. Не нужно рисовать каждый пальчик, с ним мы разберемся позже. Видите, сколько у меня краски на кисточке? Вдруг она нам еще пригодится. Экономим краску. Вот так вытираем, проворачиваем кисточку. Еще целый огромный мазок красочки. Теперь вымываем. Так просто мыть легче кисточку. Если вы будете вымывать вот тот весь слой с кисточки, это будет долго. А вытерев ее, или вытереть об салфетку, например, так будет проще. Теперь начинаем вот тут цветовые наши
всю эту половину, левую половину, закрашиваем черным. Это не значит, что он останется черным, нам нужна просто подложка. Такой первый слой, на который мы будем накладывать фактурный следующий слой. И эта же подложка облегчает нам работу. У нас уже есть хоть какой-то цвет на картине. Нам будет легче подбирать все следующие цвета, чем на белом холсте аккуратно накладывать мазочек за мазком. Я предпочитаю всегда вот так смело заполнять крупное пространство. И вам того же советую. Так, опа. Так, все заполнили. Стараемся, чтобы, конечно, не было белых пятен. Их сложно потом убирать. Вот, можно лучше немножко зайдите на предыдущий цвет, чем оставьте вот эти вот пятна. Вот и здесь тоже черным. Так смело, просто тут особо рассказать нечего. Просто закрашивайте. Все. Здесь. Ну вот как-то так. Больше я, наверное, не буду закрашивать, просто чтобы он хорошо лег этот цвет. Сейчас пройдусь. Не хочу ничего больше здесь делать. Хочу поработать с фоном. Давайте вымоем кисточку и возьмем мастихинчик наконец-то. Поработаем с абстрактненьким фоном, а там, может быть, займемся и фигурой. Вымыли. Мастихин. Наша сила и наша гордость. Берем мастихин, берем черный цвет жирненько и по черному начинаем. Вот, черное на черном. Делать красивые мазочки. Тут же берем красный, смешиваем с черным на палитре. У нас получается такой красивый бордовый цвет. Вот. Нам надо оставить эту сторону темной, но добавить в нее красивые оттенки. Ой, какой кровавый красивый цвет, просто прелесть. Главное, чтобы вам работа нравилась. Не кому-то, а вам. Вы и есть главный творец и одновременно ценитель. Вот работайте, пока вас не удовлетворит, собственно, ваш результат. Ой, смотрите, как прелесть вот такая. Видите, я уже захожу красным прямо на платье. Пусть не будет особой разницы, где платье, где фон. Так, вот здесь у нас тоже красненьким. Проходились в произвольном порядке, вот так накладывая. То там, то тут такие мазочки, как масло на хлеб. Помним, вот так вот держим мастихин от себя. Не вот в ложку набираем его, а от себя. И 1 миллиметр не доходим до поверхности самого холста. Давайте вот здесь тоже вот эти красные такие мазки сделаем. Вот чтобы, знаете, как будто привидение. Вот она как будто бы сливается с фоном, уходит туда, в эту дымку. И вот здесь на фон точно так же накладываем и черные мазочки. Ой, просто иногда вот можно вот прям так взять и вот хорошенько повозить. Берем красный с черным опять смешиваем. И вот эти вот, ой, какие разводы. Вот так вводим, можно специально вот так вот руку, вот так, как будто она у вас дрожит, смотрите, сразу. Ну, лучше, конечно, да, в палитру не влезать мастихином, как я это регулярно делаю. Вытираем сразу. Вот так, потряхивая рукой, добиваемся вот таких красивых эффектов. Не просто вот так слоем равномерно, это на бутерброд нужно маслица хорошо ровно наложить, чтобы хлебушек не просвечивал. А в картине как раз интересны вот эти странные ваши недочеты, переходы красивые. Вот давайте так по руке прям мазнем вот черным. Черным, вот так обведем мою юбку черным, чтобы не осталось тех белых пятен некрасивых. И вот здесь прям возьму и таким черным мазну. Теперь, что же нам делать с остальной нашей поверхностью? Можно белым поработать. Но сейчас, если белым будем возить по черному, так и получится грязь. С фоном все-таки стоит поработать поактивнее. Как видите, у нас очень много пустого места. И слишком скучно будет, если мы не просто его даже закрасим, а закрасим однотон. Нужно поработать с ним вот фактурнее, чтобы было несколько разных цветов. Давайте желтый, даже с красным вот так вот смешаем. И немножко черного, чтобы у нас получился такой коричневатый. Вот, не очень насыщенный оттенок. Есть.
сюда бы я прям еще больше желтого добавила. Грязи хочется, вот такой грязноватого чего-то. Не везде нужны насыщенные тона. Вот сюда будем вот такое добавлять. Не то желтый, не то золотой, белого. То есть желтый, красный, черный и белый. Везде здесь добавляем, чтобы высветлить немножко этот край, но не сделать его слишком ярким и слишком нарядным. Я постепенно приближаюсь к девушке, добавляю все больше и больше белого цвета. Сейчас прям грязным мастихином беру белый. У меня уже получается вот что-то подобное. Но при этом хочу убрать вот эти одинаковые линии. Еще белого чуть-чуть берем. Так, там где рука, да, тоже надо поработать. Теперь вот так полусухим мастихином просто как будто бы вытираю его об свой холст, создавая вот такой плавный переход этого светлого цвета в черный цвет. Я просто вытираю фактуру своего холста, и у меня получаются вот такие интересные переходы. Но и здесь слишком равномерно, нужно добавить чего-то такого темненького, чтобы не было одна половина черная, вторая белая. Мы сюда еще черного подбавим. Вот сюда черного подбавим. Вот сюда, конечно же, чтобы не было такого четкого перехода. Теперь черный смешиваю с белым. И то же самое. Вот чуть-чуть вытираю вот так мастихинчик, чтобы не было пятен конкретных, но был вот такой общий цвет. Вот это и называется работа с фоном, мастихином. Когда вы не просто положили один цвет и успокоились, а вы работаете, создаете это богатство фактур, цвета. Так, вот сюда чего-то такого, чтобы не было четкого белого. Можно немножко процарапывать в так вот наискосок. Это создаст нам ощущение динамики, как будто бы картина не статична, не стоит на месте, а она динамична. Зритель не поймет от этих мазочков, он может даже не увидеть, но у него в подсознании будет ощущаться, что и есть какое-то движение. Динамика – это движение. Вот я создаю, потому что дальше все будет вот такое вертикально стоящее, скучно. А нам нужна какая-то динамичность в работе. Может быть, здесь чуть-чуть даже желтого, вот так, видите, не пятном, а буквально вот так вот, смотрите, нанесла. И сама же царапываю этот желтый со своего холста. Поэтому остаются вот такие не пятна, а как будто бы дымка. Вот. Цвет попадает, но четкости у него нет. Очень хороший фон. Вот эта грязь, это очень важно. Мы не просто эти все смешали, а мы обдуманно ее добавляли. Вот этого и добивайтесь. Пока оставим в покое фон. Вытрем мастихинчик. Возьмем в руки кисточку. И поработаем над девушкой. А может быть, даже мастихином поработаем. Давай подумаем. Можно и мастихином это сделать, чтобы она не очень отличалась от фона. Берем красный. Тут же замешиваем его с капелькой черного. Вот мы уже тут рисовали, видите, это платье. Еще раз в платье добавляем фактурности. Это черного такого с красным. Вот под грудь. Эту фактуру. Ведем. Линию все равно нашего платья. Мы помним, как она должна идти. На шляпу добавляем вот тут тени. Здесь добавляем теней на шляпу. Вот на подол можно вот так вот расширить. И подол как будто за ногу отставила чуть-чуть. Поэтому на подоле появилась тень. Можно красный смешать с белым. Появится у нас такой розоватый красный. Вот сюда его чуть-чуть. Можно чуть больше белого. Вот. Раз у нас слева тень, значит справа будет цвет, соответственно. Вот мы его, еще желтого немножко для света. Мы его и добавляем, этот светлый цвет сюда. На шляпу, конечно же. На шляпу с белым, то есть красный с белым смешиваем сюда. Давайте чуть-чуть поработаем все-таки кисточкой. Мастихин хорошо, но не хватает чего-то четкого. Черный с красным берем. И вот по правой стороне для контраста делаем ей вот эту линию. Спинку, бедра выделяем,
чтобы хоть где-то была четкость. Хоть у нас абстрактная картина, мы намекаем на эту фигуру, чтобы она была видна. Вот тут на платье вот тут немножко черного добавляем по краю. Еще раз вот здесь спинка, повторяю, и бедра. Под грудь тень добавляем, под шляпу черную полоску, черную. Вот здесь шляпу выделяем. Вымыли кисточку, вымыли. Возьмем чистую красную краску и вот здесь вот грудь выделим. Под грудью темная, значит сверху будет светлый свет. Шляпу еще раз раскрасним. Вот здесь можно, чтобы она ушла туда в тень, добавить больше черного вот на эту сторону. Но все остальное должно быть достаточно ярким. Можно даже взять и прям в желтых мазочков вот сюда добавить. Желтый очень хорошо с красным сочетаются. Вот, он нам тут не повредит. Вот сюда чуть-чуть, вот капелюшечку буквально так вот желтого добавить для контраста. Есть. Давайте ручку еще раз наведем, как мы делали руку. Желтый, капельку-капельку красного и белый. Вот у нас получается такой телесный розовый цвет. Еще чуть-чуть белого, еще чуть-чуть белого и чуть-чуть желтого, чтобы, ну, чтобы не поросячий розовый он был. Еще раз наводим эту руку. Наводим руку. Чуть-чуть светловатую ее, да, по-моему, сделала. Вот так она пошла, рука. Есть. Рука пошла. Тут у нас шейка, помню. Лицо и шея. Чуть-чуть можно добавить еще желтого, капельку черного и розового. Чтобы не такой разбеленный цвет, чтобы все-таки было видно на картине. Вот. Еще чуть-чуть черного и розового. Вот слева потемнее, чтобы рука выделилась. Есть. Лицо тоже потемнее выделим здесь. Возьмем чистый белый цвет. Сделаем перчатку. Давайте прям тоненькой-тоненькой кисточкой возьмем. Вот тут. Такая. Видите, у нас как раз там темная красочка. На ней будет хорошо смотреться белый цвет. Ведем. Вот как рука у нас шла, так же ведем уже перчатку. Так, до вот этих сгиба пальчиков доводим перчатку. Мизинчики, пальчик как-то намекаем на это. Перчатка так пусть оттопырена будет. Расширяется сама ладонь. Смешиваем белый с черным, получаем такой серый цвет. Чтобы теневая сторона перчатки, она же не вся у нас на свету, у нее же есть и тень. Вот так вот делаем. Черненьким цветом выделяем вот кромку перчатки. С другой стороны. Вот такие намеками буквально. Больше нам не нужно. Все делаем намеками. Серый, значит, белый и черный смешиваем с розовым. Вот сюда маловато. Больше черного и розового. Делаем тень на руке. Делаем еще черный и розовый смешиваем. Вот тут вот надо выделить все-таки подбородок. Так его выделяем, потому что все лицо спрятано под шляпой. Берем еще черный, вот так проводим под шляпой. И подбородок выделяем, все. Всего остального даже и не видно. Шею и плечо. Розовым или черным цветом можно со световой стороны руки линии вот такой полуобводкой выделить все-таки руку, чтобы она была заметна. Ой, прелесть. Просто получается абстрактная классная картина. Так, нам нужно еще красненького добавить в шляпу. Вот сюда и вот сюда, куда она пошла. Такими мазочками, видите, раз на вылет. И здесь. Я не делаю четкой границы этой шляпы, но я как бы даю ей ход. Туда здесь. Платье получилось.
что у нас вот тут бретелька от платья. Здесь, видите, она выгнута. Тут как будто коленка, а это шлейф за ней тянется. Можно опять поработать, пока все остальное сохнет, мастихином. Хочется вот над платьем еще поработать. Давайте еще вот сюда. Ой, не хватает вот этих вот. Смотрите, прям еще прям протянем этот шлейф сюда. Здесь ту красноту добавим. На шляпу. Мазнем сюда, сюда. Большой кусок. Слишком жирно. Забрали. И куда нужно, добавили. Поиграйтесь вот так. Не нужно делать четкую линию, четкую границу платья. Видите, я вот так мазнула. У меня платье как будто развивается по ветру. Вот так и оставьте. Пусть у вас не ясно будет, где платье, где человек. Вот так немножко, даже вот особенно в тени, вот так размажьте его, чтобы девушка как будто бы вот с фоном сливалась. В этом вся прелесть. Возьмите черный цвет и вот здесь под шляпой, возле лица, прям затемните хорошо, чтобы была прям явная такая тень. Вот здесь вот тоже с этой стороны шляпы затемните. Вот, чтобы это все тенью оказалось. И раз. Такую водочку сделали с тени туда куда-то. Вот тут черную полоску. И из какой-то дымки, как призрак, как какая-то невидимка возникает фигура женщины. Хаба. Давайте вот тут красного не хватает, да, динамику, я вам говорила про динамику. Вот, в том же, видите, направлении наискосок я добавляю вот этих розовых мазочков. Вот, теперь мы прям обыграли этот розовый цвет. Единственное, мне хочется чуть-чуть эту руку выделить. Я сейчас возьму черный цвет с тонкой кистью. И вот, вот этого не хватало на руке. Чуть-чуть четче подчеркнуть форму руки, потому что слишком она... Вот, вот то, что не хватало. Намекнуть чуть получше, как она идет. А вот здесь сузить. Вот тут наоборот убрать, рука слишком широко шла, вот тут я раз, видите, как будто ластиком просто стерла. Теперь видно, как идет рука, видна перчатка, видны волосы, можно вот тут чуть-чуть темного добавить, вдруг там волосы какие-то есть, и все. Вот главное не переборщить, главное вовремя остановиться, потому что если сейчас я начну еще что-то добавлять, будет просто мазня. Мы потеряем фигуру, мы потеряем четкость этого рисунка, он не очень четкий, но мы сейчас еще отличаем дымку женской фигуры. Если я что-то буду больше добавлять, мазать, просто получится мазня. Когда не видно идеи, видна вот эта абстракция, но не видно главных фигур. Поэтому постарайтесь не размазать основную свою идею картины. Вот остановитесь ровно столько, ровно тогда, когда у вас еще проглядывается эта фигура. Больше ничего не требуется. Я надеюсь, вам понравился мой урок абстрактной живописи. Мастихин мы изучили, как им пользоваться, и вы узнали вот такие интересные методики нанесения краски мастихином. Рисуйте с удовольствием. Я надеюсь, у вас получится данная картина. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои уроки. Я буду готовить больше и больше интересных уроков для вас. Желаю вам удачи и вдохновения. Пока!